Всем привет, с вами StivePro, и сегодня покажу аддоны команды для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что ж, вот это долгожданный первый мод для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что ж, давайте начнем с самой знаменитой команды. Это гейм-мод. Вот мы можем перейти из выживания в креатив. Для этого нужно написать гейм-мод 2. Вот сейчас вам покажу, что я в настоящем креативе. К сожалению, остается только один баг, что чат у нас остается посередине, а должен быть он сбоку. Ну, также мы можем перейти обратно в режим выживания. Пишем гейммод 1 и переходим в режим выживания. Главное, при вводе команды не допустить никакой ошибки. Ну, теперь мы можем с помощью команды Divi дать себе любую вещь. Это команды, которые я помню. Но команд здесь очень много. Допустим, напишем мы цифру 6. И дали мы себе дерево, да. Сашенец дерево. Берез, да, вроде. Ой-ой-ой, дуба. Можем дать себе какую-нибудь еще вещь. Допустим, там будет, ну, 23 или 22. Сейчас напишем. Ну, давайте напишем 22. И мы дали себе лазуритовый блок, который нам, к сожалению, не нужен. Ну, есть еще такая команда TimeSeed. Эта команда изменяет время. Для этого нужно написать TimeSeed и написать число, которым у нас будет поставлено время. Давайте напишем TimeSeed минус 1 и посмотрим, что у нас будет. Так, надо написать слитно. Если вы напишете раздельно, команда не сработает. Но минус 1 ничего нам не изменило. Давайте напишем 0. И тоже посмотрим, что будет. Ну, солнце маленько ушло вниз. Ну, не совсем. Ну, к сожалению, здесь у нас не работает кнопка Help. Сейчас вам это покажу. Вот. Неизвестная команда. Ну, что ж, скачивайте мод. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.